новый аккаунт Project Evolution. Мы сейчас это сделаем мне инвентарь. Я вам как раз покажу, как его делать. И начнем играть. Там валяет сразу какая-то фигня, продаем. Сколько? 53. Лады стоит нормас. Смотрите, пацаны, берем вот этот пак. Покупаем его сразу. Берем пока. Боже, когда он загрузится. О, вот, все, мы его загрузили. Теперь нам нужно попрощаться с некоторыми ножами. И перчатками. Да. Как бы это странно не звучало. Чпунг. Нам надо продать все ножи, только оставить белые. Ну, кому как, кто хочет. Я вас не заставляю вас. Правильно. Я просто оставляю два ножа. Вы можете оставить два ножа и все. Если вы хотите, конечно. Если не хотите... Блин, сейчас я вам продам некоторые скинчики. Тут я скинчатки продам. Значит, на 600 голды. Так. Смотрите лайфхак, кстати. Если вы применим... Что вы не хотите, дискотреки продавайте. Вот, все. И мы заходим сюда. Еще раз же. И покупаем вот этот пак с перчатками. Боже. Боже, сколько паки покупаются долго. Пацаны, кто согласен, всегда паки долго покупаются. Так, все, у нас есть перчатки. Можем удалять сразу те, которые вы не хотите. Я тоже удалю их. Ну, продам, точнее. Я их не хочу видеть. Оставляем только белый. На ваш вкус. И... Для меня готов. Я сейчас продаю. Я вам просто показываю, что я делаю. Кто как хочет. Мы сейчас кассики пооткрываем. Я вам покажу, как что тут добавили. И расскажу. Короче, вот тут я в Project Evolution уже давно играю, как бы. Я хорошо эту игру знаю. Кто хочет, чтобы я слил? Это. Ссылку на нее. Давайте наберем над этим видео 10 лайков, пожалуйста. И тогда я это скину ссылку вам, пацаны, и вы скачаете тот же Project Evolution. Пацаны, мы сейчас попробуем открыть. Мне нужен матч. Блин, я то купил. Она откроет по приколу. Прикиньте, у меня сейчас нож падает. Ну ладно. О, Диго, ровно. Вот то, что я хотел. Как они угадали? Боже. Так, я пока порассказываю, пока я делаю себе инвентарь. Project Evolution — это сама игра, как бы копия стендоффа. Наконец-то, кстати, добавили, можно брелки вешать. Наконец-то, боже, сколько мы этого ждали. Пацаны, кто... со мной ждал до Project Evolution, чтобы давали брелки. Кто со мной долго. Так что вот я сейчас наклеиваю себе наклеечки. Тут два пака сразу. Как бы... Ну, красота чисто. Оп. 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 Так. Я сделала, как пацаны, знаете, мои хедшоты красивые, кто со мной долго. Извините, что долго, кстати, видео не было. Кстати, кто знает, сколько стоит, пацаны, подскажите, я хз. Так, что я хотел? Так, на М4. Сейчас М4 затянем. М4 А1. Стоп, он стоит 11 тысяч голды, как вы знаете. Кто не знает, не судите. Их. Как говорится, не судила. Книгу по обложке.
Может, у меня там скилл уже идеальный, извините. Так. Тут разные наклейки. Те и те есть. Так, какой там это брелок на собачьем? Легко. Я хотел свой любимчика. Это мой любимчик. Куда? Куда? Я его не продам, ни за что. Это мой любимый брелок. Вы издеваетесь? На М4. Ну, вообще, это мой любимый брелок. Я его обожаю. Тут. Так, фон Бецкий. Пацаны, пока можем кассики пооткрывать. Сейчас, пацаны, все. 5 оранжей для вас куплю. Просто интересно, просто я куплю 5 оранжей. Что? Что? Он по-дебильскому, пацаны, вы это видели? Боже, мне чуть-чуть не хватило, да, кажется, трейлер-карта. Боже. Это было бы что-то с чем-то, если бы он выпал. О, Винзер, хорошо. Винзер, хорошо. Ну, в принципе, норм. И, да, М9 нам. Может, М9 упадет? Если М9, это скидит до капец. А, нет. АКР-12. Ну, в принципе, норм. Так. Это применим. Так. Фанфал. Так. Я тут просто поменял графику. Так. Блин. Винджер, хай будет. Пацаны, мы сейчас сделаем еще одну легенду с дигом. Сейчас, блин. Нафига я на две стороны применил. Один дигл будет за одну сторону, а другой за другую. Этот за это, а это за то. Так, где этот мой статрек? Вот он. Оранжа. Этот за тиров надо присобачить. Это за тиров, это сюда. Мы наклеим на него вот такие две арканы. Это дигл. Где он? Где он? Вот он. Раз. Это еще это Лего наклеим. Еще аркану сейчас найдем где-то. Где аркана? Вот. Просто делаю легенду, пацаны. Вторая Лего просто. Уже наши диглы готовы. Мы это... Короче, мы сейчас мучиться не будем. Сейчас все поприменяю. Вот так, чпук. А все, что я вижу, это собачье. Нормально, вот. Что за чпук, и как, блин. На всяках я нажал, я приведить нажал. Все, погнали, пацаны. Конечно же, Россия. Командный бой, пацаны. Тут, кстати, пацаны, сколько мы ждали, нам добавили союза. Сандайс. Нормально. Сандайс. Оп.